Сейчас за Кого 70. первого уволят с лобного места? Мясника в предыдущих. Заселяемся в домике, блядь. Третий, для чего тебе дом 2? Способ заработка. Нет, у вас не скучно. Что ты делаешь в моем доме? Где ты отсюда? Съебись, сука. Я тебя сейчас съебусь, блядь. Сейчас как возьму нахуй двухстволку. Мне скучно, нам. Которая у меня в руках? Играть. Нет, которая у меня в руках. Уже из КС. А у меня в соседнем доме, алло. Хорошо, привет им передавай. Ладно. Где у тебя сосед? Ну вот сейчас ты зайдешь. Нокнул, на лестнице нокнул. Давайте сразу. Заселились в домике Вудманом, не знаю. Семерочки. Можно тише? Ну, Вудман это какое-то дерево. Вуд это дерево. На семь. Второй семки туда. По идее. По идее, Вудман это какой-то деревянный человек. Потому что читать по-английски не умеет. Поэтому и назвали Вудманом. Или это в домах шкерится. Ну, я думаю, что так. Блин, у меня 16 патронов, тихо. И у меня... А, в порнухе мегатип. В этом доме. У меня. Иду. Стой. Давайте. На синей метке. Дал ему. На первом этаже. Вырубил. Броня-то есть? Блять, никакой брони нет. СЛР на втором этаже. Блин, где броню-то хоть какую-нибудь? Пятерки надо кому? 60 штук. Да. У меня 16 штук бегаю. Ты где идем? Вот я рядом. Семерки скинул, метку ставлю. Чё ты ищешь там внизу? Я скинул, пошли. А, блин. Я думал, пойдем, говорит, я пошел с тобой. Так, стоп, вот здесь. Пойдем, говорит, я пошел за ним. А, вот нужно. Опа, X4. Че, кому бустик дать? Тому, кто тебе дал пятерки. На. Стой там. Стой там. На лесенке. Заебись. Ну ранее первый акиски. Так. Тихо. У нас гости. А второй у тебя гость. Второй снизу. Илюша, тащи. Где он? За забором. Толкан. За ним.
Лег. Да, он каленый пиздец. Сейчас будет. Затолкан. Не иди туда, не иди туда, не иди. Вырубил. Ха! Еще думал, я один. Нет. Слева. Коряк скинул. Угу. Миник забрал, наконец-то, блядь. Иксу четвертую найдете, дайте. Блин, у меня там есть, была, но мне нужен. Тройку забрал, мне четверку. На, а компенс нужен? Дай мне тройку. Да, компенс нужен на автомат. Не, не на автомат, на ДМР-ку. Тоже можно. А, нет, не надо мне. Скину. Спасибо. Макс, ты чё там жив? Нормально все? Коряк скинул, видели? Ой, X8. Нет, X8, фу. Коряк, метку надо кому? Ну давай, где он? Коряк, вот где убили за толчком, там. Я скинул. Давай, возьму. Семерки могу скинуть. Семерки. Посмотрел, ну, видишь. Да, семерки нужны. Нихуя ты. Семерки, идем, дам. Я рядом. Так, мне нужен этот. Так, четверку могу дать. Нет, есть, спасибо. Окей. Бронь нужна кому вторая? Да, 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 да. Какой у меня здесь? Какой второй? Вот метка на семерке. У меня до хуя. Если ты мне. Я вообще. Сюда, 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 вот. Муфта на коряк лежит. Пятерки 60 штук. Я только бегаю, миник, короче. Миник, если надо, ребятки. У меня тоже миник есть. Тройка нужна кому? Нет, давай с четверки буду, если что. Есть скар. Я пятерка. Пятерка. Так, 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 так. Так, давайте как-нибудь в одну кучку сейчас уберемся. Аптечки нужны на самом деле. Помимо нас где-то тут еще люди есть. Блин, ну они если есть, то они, наверное, с той стороны где-то. Макс, ты окно разбивал? Да, два. Так, у меня Т2 есть. Вот этот самый. Блин, или с X3. Ладно, давай X3. Да, прям ребята полезные. Начинались такие, типа, с подъебосами. Ну, судя по звукам, которые я слышу, мы одни пока здесь. Информативное такое все. Ну, если и были, то ушли. Я все нормально слышу. Просто, блядь, когда я вижу, что у меня тиммейт внизу и говорит мне, что челики внизу, конечно, я не буду туда агриться. Бывает, что не слышишь, что внизу. Может где-нибудь сидеть? Такое бывает. Вот сидел. Во. Вот так вот. Что, без чипа мы что-то не так? Миник есть. Кто чё с чем? Кого?
Кто чё с чем? А я тут при чём? Нашёл пацана где-то в гибелях. Блять, на втором этаже сидел, я дома лутаю. Давай, наверное, могу вот сказать, что у него есть, если там надо. Он просто сидел на ФК. Дымовая, а, мы его пятерка, убили семерки, всех. Калаш, аптечки, он две, вышел, просто тройка. Всех убили. Да? Просто вышел. Да блин, аптеки, чё он перестал? Видимо, никому не нужны. О, мне нужны аптеки, у меня одна. Я уже сказал, я был. Я вам к топовой нужен. Не-не, у меня только аптек нет. Аптека вот здесь, вот. Видишь, вот этот скворечник. Я тебе на него метку поставил. Ага, на втором этаже в этом. Okay. Трехэтажка, короче. Угу. Так, остальное все есть. Тачка у нас есть. Если что. О, это я понимаю, вот это нашел. Вот тебе и туалет. В туалете броня третья, а? Видишь, как оно бывает. Вроде бы тубзик. Опа-на. А ты где-то на поле. Ну ты где-то на поле. Метка, кемп, два ангара. Правый и левый. Два человека бегают. Да, вижу. Один в толчке. Давай, давай, нет, 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 нет. Ну что ж ты не удержался? Ну, хорош мансовать, слышь. Мансельер. Че у вас там релакс? Мансерат Кабалье. Правый. Он там бегает. Правый ангар, второй этаж окна сейчас будет. И в толчке еще один сидит. Ангар? На метке, ну, ты через поле. Метров. Через поле. Ой-ой-ой-ой, посыпалось, алё. Бру, не лагай, фу. Ты сказал. Тубзики закрылся. Он прыгает в тубзики. Открыл дверь. Четыре надо кому? Да. Опять закрыл дверь. А, вышел из тубзика, убежал. Вы видал какой по таймингу? Я его смотрел, он открыл, закрыл. Я только отвернулся, он тут же выбежал. Охренеть. Это чувак таймер. Бля, какая пипега. Настырная. Сразу же попал. Мгновенно попал. Мгновиссимо попал. Просто мгновиссимо. У нас кто-то подъехал на машине, я что-то понял. Моцик проехал по полю. Такой проплыл. Правом. Дроп так недалеко падает. На сзади дроп забор. Так, вот там еще чувак по духу кашки ловит. Ну что, он пикать будет, нет?
Двухэтажка тоже есть. Ну, в маленькой. Перед тобой? Ну вот, нет, 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 чем за полем, которая. Ну не в длинной, а в короткой. Он походу чинится, походу я ему дал. Правим, кто-то с горы лупит или что? Мне интересно, когда у него хилки кончится? Походит на гору. Ну, товарищи спрашивают. Нет, он просто ходит на гору. Блин, я не вижу. Куда это лезет? Куда они стреляют? Я, короче, не вижу, куда они стреляют. Не ушел? А тиммейт, который в правом доме был, в самом правом. До сих пор вон он тоже пошел. Но они стреляют. Нет, есть. Я вот на метку смотрю. А, вон он туда убежал. Ну туда что ли убежал? Поехали. Догонку. Нам в противоположную сторону. Как? Нам назад. Тогда нам их встречать надо. Тачку будем брать? За машиной побежали, бомжатники. Да, надо машину брать. Ну вам это надо в гараж. Точно. В гараж идти. Или вы идти. Ну либо в гараж идти. Добежишь? Что, брать тачку? Да. Ну, давайте. Шлем третий лежит. Мне бы тоже броню. Мне бы третий шлем. Кому? Забрал. Угу. Ну, я уже за тачкой побежал, видимо. Ебать, тут пятерок. Надо кому? 60 штук. Не-не. Так, 200. Миник еще один есть здесь. Надо. Это наш. Веди. Пока отдохну. Ну ладно, броня в принципе не шибко убитая. Блин, два болика, вот это плохо. Макс, я чем тебе ружье. Вот два болика это нами, плохо. По-моему, что-то в кустике, да? А нет, это кустик. Бать, красиво. Что, его же его кушать не будем? На 200. Это дерево. Блин, я не могу в него стрелять. Давай на... Блядь, там народу на этом доме. Да? На маячке. Около моста. О, там давно сидят. Быть, да. Да, там скорее всего. Мост закрывают давно, наверное. Мы можем, если маяк заберем, то очень нормально. Рулим на маяк. Ни в коем случае. На маяке дома, наверное, пошли если. Я... Ниоткуда дерево появилось. Видел такое хуяк и дерево. Вот это плохой дом. Гора слева, люди, дома прямо, люди. Давай резко в эти дома. Вот здесь в одноэтажке челики. Нокнул, быстрее добиваем, быстрее. Назад еще челик. Брат. В дом.
шлем есть. Компенс пиздили за нахуй. Да, тут М24 кому надо. Глушак там на Эрку есть. Ну, в смысле, на ДМРку, а Эрку. В дыму пока еще. Блять, нахуй, уйди с второго этажа. Вы, кстати, вообще зря втроем. Возле туалета. Толкан двое, один из башки. Мансит. Я тоже без башки. Здесь третий шлем лежит, труп. Еще не оттуда ты, конечно. Еще куда? УАЗик уехал в сторону. Толкание. Выглядывает из-за... А, все, не выглядывает. Все, они там оба нокнутые. О, в смысле, оба убитые. Кому нужен был шлем, блядь, здесь в трупе? Лишь. Мне. Убирайте. Я уже иду. Мне мой просто сняли, блядь. Нам надо, короче, это... Нам пойди заправку бы занять, да? Нет. Нам просто надо потихоньку будет сейчас переходить. Причем переходить с машины под жопу. О, на горе слева. Там же, где этих вали. Чуть выше. Не, эти за. Это в домах, походу, в этих. И слева еще кто-то есть. Эти, походу, в домах. Если мы сейчас просто в зону пойдем, нам в очко наваляют. Это может быть. Так что пока зона не подходит, надо... Да, на мосту попробуем. Есть, на маяке стреляют. Я в полный буст пошел. Угони машину за право дома. Быстрее. На метке УАЗик какой-то. А куда едем-то? Направо. Направо зря. До зоны сойдёте. А куда? Вон челики. Здесь сейчас нас тоже встретит. УАЗик же стоит. На заправку. Куда едешь? Стой. Парни, ну, блять, около нас. Люди, блять, и не только около нас, вообще повсюду стреляют. Вы зря. На крыше там сидит. Ну, по нему стрелять, я не понимаю. В дверном проеме был на первом этаже. Второй справа окна. В смысле я не попал? Вы гоните? Один окна. Без ебла. У них зона этот, и на нас бежать, так что можем просто ждать. А нам надо в зону за забор будет перейти. Там у вас есть где-нибудь броня? На крыше. Не надо, не лезь. Пусть они сейчас все равно на нас пойдут, у них 20 секунд. Мы их просто в открытом поле захерачим. У
Можно просто даже хилки не тратить. Далее вот левый надо смотреть маячок. Чтоб с маячка не спустились. А эти сейчас сами побегут. Надо бустаться просто по полной и ждать. Четвертый, иди сюда, ты что там делаешь? Вон тоже это был склад. Кто-нибудь сейчас переконтролит. Все, зона пошла им, пиздец. Давайте даун. Ну как зона, а? Все, нокнутые два. Оба два. Один уезжает. Все хорошо. Уходим в зону быстрее. В спину хуярят. Я знаю. Тут можно спрятаться. Второй, иди сюда. Тут ангар. Некуда прятаться. Пустайте по полной. Нас сейчас ебать будут во все щели. Да, нам очень долго по полю идти. Да, придется бежать. Я домов накидаю. Домов больше у меня нет. Главное вот до камня до этого дойти, все. Там уже надо. Ага, хуй тебе, чувак, бля. Короче, они подъем контролят. Тут за камушком один зона. Справа. Да. На два именно за камнем, второй слева. Их я видел троих. Так, я поджался. Просто на. Илюха. Бегу, бегу. Я в принципе в зоне. Ох, сейчас на расстрел выходить. О, все. Пикнул просто. Вудман аккуратно, Гирена кидаю. А, зона у нас хорошая, дай их встретим, хорош. Ну, он же Вудман. Вудман, дай грены закинь. Кидай, кидай. Еще кину. Да он там внизу, скорее всего, сидит. У них ног еще один. Блять, здесь. Прямо по. Ах, сука! Залупа чеченская. Все хорошо, поднимай зеленого. Да, поднимай. Бля, вот пидорас, блядь. Охуенно я вижу. Блядь, в зону надо ползти. В зону ползи. Сейчас вы вдвоем должны тащить сейчас. Мы не доживем. Но если нас поднять, то мы сможем дожить. Нет, мы не доживем. А, если вы доползете только. Ну. Ты в курсе, что они сейчас слева выйдут на нас? И сверху. Вот они выходят сверху. На 50. Левее. Он только что. Еще один слева. Слева. Двое слева. Еще один. Все. Хорош. Да.
Этот ютубер гол дальше. Не, пацаны, я так бегаю со всеми.